Друзья, я вернулся в аниме Ninja Simulator, но почему-то мой прогресс полностью сбросился. Но не беда, я для вас подготовил специальный кодик. Пишите сюда JozaPlay и получаете 10 тысяч коинов и 2000 гемов. Классно, да? Плюс у нас еще, смотрите, есть какие-то дополнительные бусты использовались. Так, это закрываем и смотрим, что у нас еще появилось. Вот у нас здесь бусты. Бусты у нас не добавились. Просто добавились у нас золото и гемасики. Классно. И смотрите, так, у нас здесь еще вышло новое обновление, где мы можем прокачиваться сильнее и быстрее. Так, ну пока что у нас какие-то слишком жесткие курочки. Но говорят, что здесь прокачка стала в 3 раза легче. Собираем сейчас коинов с этой курочки. И смотрите, что мы получаем. Давай, почти уже победили эту курочку. Забираем с нее коины. Смотрите, я получил, бэм, опа, 60 тысяч. Отлично. И еще, ребята, специально для вас, смотрите, что я научился здесь делать. Я пишу сюда в чате вот такую вот команду. Пишу, смотрите, кэш. Допустим, добавлю себе 666 коинов. Вот, смотрите, я ввожу и пел. У меня их стало 666. Приколите, я добыл себе здесь админочку. И теперь мы будем полностью развлекаться. Конечно, мои коины здесь исчезли полностью. Но зато можно развлекаться сколько нашей душе угодно. Давайте посмотрим. Видите, у нас здесь есть питомцы. Вот здесь вот разные. И есть у нас специальная команда для этих питомцев. Пишем, например, pet. И нам нужен второй питомец. Пишем pet 2. И у нас должен появиться второй питомец. Вот он, Тосу. И смотрите, так, подожди, а Pet 2, вот это Тосу. А какой из них Pet 2? А, это, наверное, вот этот вот, да? Давайте попробуем сейчас всех питомцев получить. Pet 3. Потом пишем Pet 4. Ой, подождите, Pet 4. Потом Pet 5 получаем и забираем. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Я здесь, получается, всех питомцев собрал. Опа, смотрите, я собрал здесь всех питомцев. Отличненько, легендарочку даже таким образом можно получить. Все, моя команда почти готова. Но еще можно, допустим, взять вот здесь вот. И только золотого. И для этого нам надо написать вот такую вот команду. Pet S5 я пишу и получаю себе такого же только золотого. Вот, золотая легендарочка, классно, да? Ребята, я думаю, это заслуживает лайка. Обязательно прямо сейчас поставь лайк и подпишись на канал. Если до сих пор этого не сделал, будет много лайков, будет больше подобного интересного контента. Смотрите, я... В принципе, нормально так уже дамажу, так бим-бим-бим, ломаем здесь всех, отличненько собираем. Я также еще могу себе и гемы прибавить. Например, я пишу вот так вот, гемы, так, вот у меня 2000 есть, и давайте сделаем 10 тысяч гемов. Бэм, неправильно работает команда, ошибочка, вот так вот, гем, 10 тысяч я пишу, вот так вот, опа. Да что, нет, этой команды не существует. А зато давай кэш проверим. Кэш. И пишем 10 тысяч кэша вот так вот. Опа, работает. Вот эта команда работает отлично. А с геммасами у меня почему-то не прет. Давай еще раз попробуем. Может, надо еще раз написать гем 10 тысяч. Хотя бы давай 100 попробуем. Вот так вот. Опа. Нет, с гемами не работает. Командочка не работает с гемами. Но зато на коины работает. И этого достаточно. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас ежедневная награда. Отлично. Итак, чтобы попасть в следующую локацию, надо 10 тысяч коинов. Ага. Так сейчас... Смотрите, что мы сделаем. Мы сейчас сделаем интересный такой прикольчик. Мы сейчас пойдем и возьмем какого-нибудь пэта из яичка, которое нам еще недоступно. Нам надо посчитать. Вот здесь вот 5 питомцев, да. И так, здесь тоже 5. Здесь тоже 5 получается. Так, вот это уже 20 идет. Здесь уже 20 питомцев. Так, давай 20, 25 и 20...
Давайте 30-го питомца возьмем отсюда и золотого. Напишем команду себе сейчас вот такую. Пишем команду вот такую. Так, pet S30. И я забираю себе здесь питомца. Пиу. Так, и что за питомец у меня? У меня, опа, вот этот питомец у нас, гейши, да, или это гейши, гайши. Хорошо, забираю себе вот этого питомца. Так, у меня максимальное количество, надеваем его. А какой у меня тогда пэт здесь наделся? Какой у меня выбился? Здесь вроде бы его нет. Даже вот 5, 10, 15, 20, 21. Ну вот этот должен у меня быть. Вот он, легендарочка. Легендарочку! Забрали легендарочку себе быстренько, да? Ха, класс, это Неджи у нас. Отлично, давайте сейчас еще используем... У меня здесь подписчики. Давайте поздороваемся с ними. Привет, напишем привет. И еще себе сделаем таких пэтов. Пэт S30 еще раз берем. И так, у меня уже должно быть их два. Сейчас я хочу себе побольше сделать. Что-то у меня анимации здесь включаются. Давай еще. Pet 30. Так, подожди, неправильно команда. Pet S30 я беру. И все. И еще одного осталось. Вводим Pet S30. И теперь у меня должно быть 3-4 таких пэта. Вот они. А, почему-то один... один надетый, все правильно, я думал уже один не сработал. Наливаем наших неджи бойцов. Этих можно, наверное, удалить уже, они нам не нужны. Так, удаляем. Все отлично, удалить. Есть, да, удаляем. И погнали. Неджи бойцы вперед. О, кстати, у нас здесь эксклюзив шоп. А, он нам не нужен, эксклюзив шоп, я понял. Так, давай попробуем, атакуем, есть, и здесь давай атакуем, раз, два, три, опа, есть, и куричек здесь тоже мы побеждаем. Идем дальше, смотрим, что у нас еще есть такого интересного. Человек-унитаз пробегает мимо, нормально. Здесь у нас что это такое, Петриверд, есть это, так, мне премиум, а у меня премиума нет. Оу, награду можно было получить. Ну ладно, примака у меня нет, закончился, видимо. Идем дальше, открываем эту локацию. Открывайся! Быстренько таким способом мы возвращаемся сюда. Откроем сейчас все локации. И что мы можем здесь наблюдать? Итак, смотрите, у меня крутые бойцы, да? Отправляем, и с какой скоростью? С большой скоростью мы уже побеждаем. Забираем здесь всю награду, конечно. Давай здесь тоже отправляем сражаться. И есть у нас здесь апгрейдики. Апгрейдики. Что мы можем здесь проапгрейдить? Мне, наверное, нужны гемы. Но гемы у меня не работают. Команда на гемы. Почему? Я не знаю, что-то пошло не так. Может, я просто неправильно пишу? Ну ладно, а мне они, по сути, не нужны. Потому что мы можем сделать сейчас вот такой вот прикол. Видите, здесь мы уже всех быстро побеждаем. И пишем, короче, такую команду. Так, кэш. И пишем 75. Кэш 75 тысяч. Опа! Вводим. 75 тысяч есть, и открываем эту локацию. Так, давай, конечно же. И полностью в ноль ушли. Возвращаемся мы сюда. Атакуем вот этих призраков. Так, призрачки получали. Неджи, мои теневые клоны Неджи вас всех побеждят. Опа, смотрите, за большого такого мы собрали 11 тысяч гемов. Отлично. Итак, здесь у нас магазинчика не было, да, по-моему? Но зато вот следующую локацию мы как раз-таки еще не добирались. И мы сейчас туда пойдем. Вот у нас лава-мир. Давайте-ка сейчас добежим сюда. Надо написать команду, конечно, нам интересную. Пишем команду кэш. Кэш. И давай 400 тысяч. Давай 500 тысяч сразу себе сделаем. Так, правильно же, 500 тысяч. И добавляем себе 500 тысяч. Открываем следующий мир. Вот прям как будто с читами проходим, только с админкой. Отправляем на лава големов. У этих здоровья так нормально побольше. Я, кстати, трипл коин буст получил.
Мне, видимо, выпал здесь трипл коин буст за что-то. За то, что я здесь сражался. Давайте проверим. И да, трипл коин буст. Отлично. Попался трипл коин буст. Здорово. Ну-ка, здесь у нас все бойцы. Всех мы побеждаем. Дальше попробуем пробежать. Кстати, а как мне гем это фармить? Мне, наверное, просто надо больше сражаться, да? И видите, с этих монстров выпадают гемасики. Если что, мы можем ими пофармиться. Забираем, здорово. Нападаем еще здесь. Оу, жесть! А смотрите, что дальше происходит. Дальше у нас прям гигантские какие-то кактусы. Обалдеть! И следующая локация стоит 1 200 000. Так что пишем... Кэш, 1 000 000. Так, давай пишем 2 миллиона. Раз, два, три. Так вот, и раз, два, три. Все, 2 миллиона себе кэша даем. Открываем эту локацию. Давай, разблокируем. Разблокировали. Открывается. И вот у нас монстры. Нейджи справится, мои, надеюсь, с этими монстрами. Без проблем. Да, смотрите, мои Нейджи просто даже этих монстров уничтожает только в пух и прах. Огромные гигантские мутанты-кактусы. Есть. С ними мы тоже справляемся. Пока что мои питомцы с этим... справляются абсолютно успешно. Абсолютно успешно. Итак, давай пробираемся дальше. Здесь у нас просто целая куча гигантских кактусов. И даже есть вот такие маленькие кактусята. И они вообще для нас очень легкие, конечно. Но зарабатывать здесь очень много коинов можно. О, смотрите, там у нас киберпанк дальше. Давайте сразу себе огромное количество коинов напишем. Так, пишем кэш. Кэш, и, допустим, сколько я могу сделать? Давай 999, потом еще раз 999 и еще раз 999. Вот так вот. Опа! Ха! Обалдеть! Я себе сделал огромное количество кэша с помощью админки и добрался в паучье логово. Жесть, здесь пауков огромных много. Обалдеть! Огромное паучище. Там у нас домики какие-то есть. И, блин, вот кто боится пауков, то тем, конечно, здесь будет вообще максимально неприятно. Ну, давайте мы сейчас доберемся, знаете, до последней локации. Попробуем ее разблокировать, добежать до нее. Так, разблокируем. А что, где? Вот разблокируем, все. И там у нас кто это? Это у нас электропони. Электропони, ха. Обалдеть, это как Пикачу, только электролошади. Кто это такие? Или это кошки? Непонятно. Так, давайте кто-нибудь атакуйте, там написано. А, это кошки! Это электрокошки! Это электрокошки, прикольно! Ой, а это кто? Это босс? Или нет, это не босс? Нет, это просто статуя. И туда, видимо, можно зайти. Давайте попробуем туда зайти. Получится, не получится... Так, а, нет, туда у нас не получается зайти, и сюда тоже не можем зайти. Здесь пока закрыто у нас все. Все прикрыто, все закрыто. Ну ладно, бежим пока в следующую локацию. Сколько здесь локаций, я вон там вижу вулкан какой-то есть. До него, наверное, мы сможем добраться уж без каких-либо проблем. Открываем локацию, давай. Локация открыта, есть. И идем. Сюда, здесь это у нас последняя локация. Ой-ой-ой, мы куда это добежали? Что это за место? Здесь у нас тренировочные манекены. А там у нас боссы, тоже манекены, что ли? Кажется, похоже на то. Похоже, что действительно это у нас уже является последней локацией. И дальше уже не добежать. Вау. Жесть, смотрите, какие они мощные. Они еще атакуют, по всей видимости. Че он крутится? Че крутишься? Развертелся, закрутился у нас здесь. Так, давай, атакуй его. Атакуй этот сумасшедший тренировочный манекен. Вау. Но у меня есть на тебя еще свой прикол. Так, а я могу телепорт открыть? Так, давай телепорт в магазин. 25 тысяч гемов стоит. Ой-ой-ой. Так что давай придется, наверное, сделать... ресет или нет? Нет, ресет не делаем, иначе у нас все сломается. Короче, есть, допустим, у нас команда, которая дает нам питомцев, да? Pet
Делаем PET и S80. 80-й питомец есть у нас? 80-й, да, попробуем. 80-й питомец у нас это... Опа! Кагую! 22 тысячи. Ой-ой-ой, друзья, смотрите. Используем кагу. И сейчас я еще смогу взять. У меня сейчас будет команда кагуи. Давай еще ввожу команду. Давай так, PET S80, да, вот так вот ввожу. Так, и еще раз вводим. PET S80. Так, без пробела 80. И еще давай попробуем ввести, знаете что? Попробуем ввести PET S81, например. Посмотрим. Так, а, неправильная команда. Почему-то я хочу все время пробел нажать. PET S81. Пишем. А, нет такого питомца, да? Ага, 80 это что, последнее, что ли? Ну-ка, давай PET S80 еще тогда получим. Все, есть, у меня 4 кагуи должно быть. Да, раз, два, три. По 22 тысячи урона. Давайте кагуи. Атакуйте! Атакуйте! И сейчас посмотрим тренировочный манекен, сколько нам вообще всего даст. И если мы напишем команду так, кэш... Кэш, и давай себе сделаем 0 равно. Сейчас я все свои коины скинул. О, даже мои кагуи так долго ломают этот манекен. Обалдеть, он реально супер-мега мощный какой-то манекенчик-то получается. Может, у нас есть что-то полегче? Давай, может быть, вот эту штуку сломаем. Так, раз, два, три. Во-во-во-во. Во, жесть. Смотрите, я сломал вот эту штуку. И получил очень много. О, я много гемов. Жесть, я здесь получаю. Плюс я еще трипл коин буст даже не использовал. У нас есть еще вот такие маленькие манекенчики, которые тоже у нас легко ломаются. Жесть. Чел пишет, давай я буду твоим помощником. Но он даже не подозревает, что помощник нужен ему, а не мне. Я уже всю игру здесь пробежал моментально. Зарабатываю здесь невероятное количество коинов. Интересно, так. А я не могу, да, получить еще портал? Мне не хватает количества гемов. Сколько там надо? 25 тысяч, чтобы открыть телепорт. Ну, сейчас мы откроем. Давай. Так, атакуем. Да, давай, атакуем. Быстро. Сейчас мы все манекены здесь разложим. Вот, давай еще на тебя нападаем. Ай, раз, два, три, четыре. О, вот так вот, все. Отлично. Но гемы, конечно, мало дают. А точно у меня команда с гемами не работает? Так, гем. Пишем 22, допустим. Не работает. Странно, ну ладно. Ничего страшного. Может быть, знаете что, давайте попробуем вот этого сумасшедшего вертилу победить все-таки и получить за него награду. Я хочу его одолеть, а мне даже его побеждать пока что не пришлось, потому что я накопил гемы. Я поднял ранг джунином, и теперь у меня мне дали гемы. Могу отправиться в шоп телепортироваться. Отлично! И смотрите, все яички здесь у меня разблокированы. Вон, смотрите, сколько здесь героев. Это у нас, по сути, является... Так, это у нас золотые яички, да? И последнее у нас вот здесь вот есть. Сколько стоит? 33 миллиона. О, кстати, нет, еще не последнее. У нас еще вот здесь есть. Так, это у нас 80 миллионов. О-о-о! Это что это такое? Вот у нас, кстати, этот кагуя. Вот она, вот здесь вот. Где? Вот, кагуя, 0,12%. И я, получается, взял вот здесь вот золотую кагую. А какая лучше? Так, смотрим, вот здесь у нас стоит 54 миллиона золотые. Золотые 54 миллиона. Ну, я самый лучший выбил, получается, да? Так, 80, это 80. А это 79, это 78, да? Давай попробуем написать команду. Так, написать команду... PET S78. И получаем Наруто, да? Да, рарный Наруто! Получили 15 тысяч. Ахаха, класс.
И можно здесь вообще всех пэтов, по сути, получить. Таким способом наколлекционировать себе огромное количество. О, есть у нас здесь, смотрите, Пейн, да? И это кто это такой? Это, кто это? Это какой-то алкаш Володя, больше на него похож. Так, ладно, а здесь это у нас кто-то такие Саски! Саски еще есть, так, смотрим, так это у нас обычные, да? И, например, так, пишем команду PET S78 76 76 76 пишу, и у меня должен быть Саски. Саски, вот он, Саски, Сазге, он здесь называется, прикол, Сазге, ладно, давай дальше смотреть, я хочу вот этого алкаша Володю, 76, 70, ну давай еще, короче, пишем, хочу Пэй на себе, Пэт С 75, пишу, потом пишу Пэт С 74. Потом, так, а, не сработал, да? Так, почему не сработал? Так, PET S74. Давай, PET S74. Есть, сработало. PET PET S73 и PET S72. Все, алкаш Володя мой или нет? Алкаш Володя! А где они? Так, это... А почему я... Подожди, я почему их получаю? Потому что они, наверное, вот здесь, да? Нет. А, они вот в этом порядке считаются. Понял. Так, значит, я последнего получил вот здесь. Опито! Найто Гай! А, прикольно. А почему, кстати, смотрите? А, потому что это базовые сазги. А здесь Имдра есть получше эпик. У этого, смотрите, побольше урона. Ну ладно, значит мне 70... Так, 70... Подожди, я его получил или не получил? Нет, наверное, не получил. 72. Значит, последний 72. Значит, мне надо PET S71. Потом пишу PET S70 просто. PET S70. PET S70, и это у нас... Вот, Пейн. Отлично, мне места не хватает. Так, ну для алкаша Володи мы, конечно, место найдем. Этих мы удаляем. Все нормально. И погнали. 70. Так, PET. Пишем PET. Так, неправильная команда. PET S69. Потом пишу PET S69. Так, 68 и PET S, так, 67. Так, неправильно, подожди, почему неправильно? Что, неправильно ID я пишу? Это что, не 67? Неправильно? Так, PET S 67. Нет такого, у него другой код. Oh my god! Короче, ладно, будем действовать другими способами. Так, у меня коинов нет. Алкаш Володя по-любому должен быть. Так, кэш. И пишу себе 999. Вот так вот нормально? Вот так нормально. И все, давай, сейчас будем выбивать здесь. Выбиваем! И вот он! Регеги! Я понял, кто это алкаш Володя, оказывается. Жесть, прикол. Джуза что-нибудь по-братски что-то хочет. Давай. Брат, братан, бродишка. Вот так вот. Нормально я вам по-братски закинул. Все. И все. У меня есть, короче, самые мощные пэты. Самые мощные пэты у нас получаются здесь. Вот эти кагуи. И даже эти кагуи последних манекенов очень сложно бьют. Очень-очень-очень сложно ломают. И портал у меня, кстати, это что это? Кстати, это не портал, это чакра спид. Чакра спид. Прикольно.
Но и портал у нас дорого стоит, да? Чтобы Ninja Dojo переместиться, стоит... А, ну недорого, 20 тысяч всего лишь. Всего 20 тысяч. Надо вот эти вот геймасов. Плохо, что я, конечно, не работает у меня команда. Админка неполная какая-то получилась. Сейчас бы я еще все апгрейды здесь взял. Ну, а хотя, наверное, могу немножечко прокачать. Так, давайте, мои Кагую, отправляйтесь сражаться в бой. А я пойду посмотрю, что у меня по апгрейдам. Ninja Speed. Ninja Speed и Ninja Speed. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нет, все, только немножечко прокачал Ninja Speed. Больше не могу. Но немножечко ускорился я. Короче, прикольно, друзья. Вот так вот с админкой мы побегали, как будто взломали, получается, плейс. Накрутили себе огромное количество деньжат и быстро пробежали. Даже любых пэтов можем из яичек достать. Было забавно, прикольно. А я напоминаю, если хочешь побольше таких видосов, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и пиши какой-нибудь крутой комментарий. Не забудь про кодик JuzaPlay. Если хочешь здесь поиграть, ссылочка будет в описании. Как всегда, на этом все. Не болей, не скучай. Пока-пока.